друзья, кто хочет заработать? Тут вероятная первая леди, супруга Владимира Зеленского, Елена Зеленская, собирает информацию о передвижениях вооруженных сил Украины. Собирает информацию 16 апреля 2014 года с помощью сайта Live News. Обещают 15 тысяч рублей за одно видео. Вот запись экрана личной страницы Елены Зеленской в Фейсбуке, если вдруг она спохватится и удалит свой пост. Апдейт. Елена Зеленская не придумала ничего более умного, чем удалить свою запись. Но видео осталось. Наслаждайтесь. Повстанцы, говорите. Ну-ну. Владимир Зеленский, это фиаско, братан.